Доброе утро, друзья! Сегодня у нас на календаре, чтобы не ошибиться, 6 число уже и 7:06 утра. То есть вот настолько рано я из своего номера иду вместе с вами на море, чтобы это было с утра интересней и познавательней. Вроде бы дождя нету, все хорошо и прекрасно. Температура воздуха плак-плак. 21 почти градус, друзья. Это утром, это в тот день, когда у нас сегодня все затянуто облаками, тучами. Вот можете посмотреть, все так пасмурно, страшно. Ой, вообще испортит нам сегодня эта погода отдых, я чувствую. Я вам сейчас покажу, где мы вчера отмечали нашу годовщину. И немножечко в двух словах, как это происходило, расскажу. Как меня радует этот выход на море. Пробежки. Это... Вот я понимаю тех людей, которые говорят, о, мы хотим там возле моря прямо отдыхать. На самом деле, вот я жил у себя, видите, я тоже считаю, что недалеко от моря, мне 200 км, да, получается, до моря. И с утра встал, проснулся, пробежался. Какая красота. Вчера волна начиналась, я думал, будет уже шторм. И все будет грустненько, печальненько, но нет. Кстати, пишите, вас интересно, показал, чтобы я отдельно эту вам гостиницу, в которой мы живем, там рассказал, что почем стоит. Там, вот, питание меня вчера очень порадовало. Рыбаки с утра, смотрите. Уже прекрасно сидят, кого-то ловят. Мы идем не за ними. То есть, смотрите, что я вчера замутил. У нас тут, видите, столики стоят, есть фонарь, который освещает. О, еще двое людей купаются, я не один. И вот, сделал костерчик. Все, мне сказали, делай, говорит, он тут шторма, потом все смоет. И вот здесь лежали бордюры, тоже, говорит, все наше. Бери, оставил, замутил. И вот мы вчера здесь поставили лавочки, потом вот сюда сели на стол. В общем, я, наверное, в обед где-то, может быть, чуть пораньше выложу отдельно этот видео. Сейчас поделюсь с вами этим удовольствием. Ну что, доброе утро. Морюшка. Здесь такие вот вещи делают. Чтобы можно было посидеть. И... красота. Ну, чуть-чуть мутновато, можно так сказать. Если можно так сказать. Ну, я думаю, вообще все прекрасно. Доброе утро, морюшка. Как я от тебя видеть, а? Просто. Великолепно. Вода вообще просто огонь. Надо жену будить. Видите, какая, да? Вот только что не было ни одной волны, и вот появилась волна. Как все быстро меняется на море. Секунды делов. Там вообще, вот я смотрю, прям, как будто уже идет дождь. Мне кажется, не стоит расстраиваться. Ну, как есть, так есть. Особенно, когда... Сейчас вам покажу температуру воды с утра. Ребята выходят из моря, накупались. Как говорится, уже утро сподобилось, но если была специальная обувь, наверное, было все-таки лучше. Потому что не каждый привык ходить просто вот по камушкам. Ну, в принципе, нормально. Здесь больших валунов нету, такая галечка классная. Ну и температура водички с утра. 22 градуса. Та-да-да-да-да. Та-да-да-да-да. Уф. Все, ставим камеру, давайте окунемся. Давай за них, давай за нас. И за десант, и за спецназ. Я за всех вас, ребята. Если вы грустите, пожалуйста, не грустите свои города.
друзья, из такого моря вообще выходить не хочется. Теплющее, красивущее. Глубоко, единственное, тем, кто плохо плавает, не особо подойдет. В плане видео, наверное, написано, какие планы на сегодня. На самом деле планы есть, но в основном самый главный план — это отдых, купание, наслаждение всем тем, что я вижу. Вчера мы прошли по магазинам, я снял цены везде. На мясо там в одном месте мне: а уходи отсюда, не снимай. Да нет, все нормально. Все зато сняли. Ну это у нас тоже такое есть, так что даже переживать не стоит. В общем, посмотрите видеосюжете. В общем, планы на сегодня. Хороший отдых. Это самое главное. Ну и есть, я вот показывал, там есть. Не показывал, сейчас покажу. В том направлении есть Белые скалы, называется такое место интересное. Там говорят, что загар лучше всего ложится. И вот мы хотим туда сходить. Там какие-то гроты есть, пофоткаться, заплыть куда-то. Надеюсь, что у нас получится туда добраться. Нам предлагали нас отвезти, но мне кажется, лучше прогуляться. Вот представьте, да, заснять какое путешествие. Великолепно будет. И сегодня будильники все отключу. Думаю, во сколько проснусь, во столько проснусь. Но проспаться начал я где-то уже 6 утра. Тут главный будильник. Петухи. Как они кричат, друзья. Ку-ка-ри-ку! Это нечто. Почувствую себя в деревне. Классно. Ничего. Мне сегодня еще обещали угостить меня перепелками. Прям вот свежевыловленными, не знаю. Тоже, если получится, я вам об этом расскажу. Но ждите самое главное вот ролик о том, как мы вчера здесь отмечали годовщину. И по ценам на продукты, мясо, экскурсии. Мы посмотрели, что почем сейчас стоит. Так что, думаю, вполне себе интересный ролик. Меня просили, говорит, озвучить все по ценам. И напишите, интересно, нет, снимать рум-тур. Тут, ну, простенькая гостиница, то есть без всяких излишков. Показать вам или не показать. Все. Всем пока. Надеюсь, что увидимся сегодня в погодном видео на Белых скалах. Не забывайте лайк, подписка и хорошее настроение вам обеспечено очень долго. Пока-пока, друзья.